Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать вам серебряные рюмки. Сейчас я их открою. Советского периода. Очень хорошие рюмки, потому что выглядят они просто замечательно. Даже звенят. Хрустальный звон серебряный. Рюмки на самом деле небольшие. Я думаю, что грамм по 20. По 30, не больше. У них есть гравировка в виде цветов. Без каких-либо других гравировок, никому не посвященные. То есть в любой семье они приживутся. Будут, грубо говоря, своими рюмками. Можно сказать, что это передавалось из поколения в поколение. Внутри у них золочение. То есть здесь тоже практически они не использованные. То есть вот можно заметить по краю, не обтесаны никак. И, грубо говоря, низ тоже. А клеймо стоит вот здесь на грани. Это лицо девушки, вправо смотрящей. 875-я промо. Прекрасные рюмки. Я думаю, что на компанию из трех человек просто замечательные. Сейчас давайте их взвесим. По весу так, все три 100 грамм. То есть каждая по 33. Вот. Ну, по размеру, наверное, не знаю, сколько они. По 10 сантиметров. Поэтому небольшое что-то отметить, они прекрасно подойдут.